Так, я сделала тест на ДНК. А зачем? Наша дочь не наша. В смысле наша дочь не наша? Ну вот так вот, понимаешь, я вот это прочитываю все вот эти комментарии. Постоянно пишут, она на вас не похожа. Она на вас не похожа. Меня уже задолбали эти вопросы. И ты что, пошла и сделала тест ДНК? Да. Угу. Я не ваша дочь? Получается, не наша. Я вообще не понимаю, что происходило в тот день, когда она родилась в этом роддоме. Что там происходило? А ты был помнишь, рядом. Да? Ты же был рядом. Ты не помнишь? Ты меня попросила, принеси ребенка. Я тебе принес. Помню, конечно. Ты сказала, он обосрался, пойди его поменяй. Я пошел, его поменял, положил, взял другого и принес тебе. Да? Что ты сделал? Положил обосранного, взял чистого и принес тебе. Значит, что? Не ваша дочка? Нет, ты не наша дочка. Это значит, у меня где-то есть нормальные родители? Что? Что? Зачем я это делаю? Потому что я взял и подменил тест ДНК. Я знал, что ты пойдешь вот это и сдашь его. А? Смешно? Так что в итоге, наша или не наша? Да ты посмотри на нее и на меня одно лицо. Да. Да? Читает она всякие там комментарии. Все, нахер все комментарии, ничего не буду читать. Все, правильно. Фу, наливай, где? Достань, давай выпьем. Давай выпьем, доставай. Я же обрадовалась.